Всем привет, с вами Ольга, и в этом видео покажу свои покупки по 9 каталогу. Я последнее время перестала снимать практически видео о покупках, потому что у меня все повторяется, и, ну, я не знаю, прям даже показать нечего. Значит, в этот раз у меня немножко все по-другому, немножко разнообразно, поэтому решила покажу, расскажу. Самая первая и главная акция вот нынешнего каталога – это новинка вода туалетная Tropic Story. Я уже про видео про новинки снимала, я про нее говорила, но вот мне там пишут, что я не рассказала самого главного про аромат. Может быть, это было в другом дубле, я уже, честно говоря, не помню. Ну, в общем, исправляюсь. Мне аромат понравился, он фруктовый, яркий, сочный, летний, такой в меру сладкий. И, ну, вот мне кажется, что на лето это то, что надо. По стойкости я ощущаю его примерно, ну, 3, может быть, 3 с небольшим часа. Дальше уже не чувствую. Вот там они стоят. Акция была 2 покупаешь, 3 дают в подарок. Ну, в общем, я купила 4, в итоге 2 получила в подарок. Один у меня уже такой стоит в машине, и второй вот здесь дома везде ходит. Я им даже сейчас попшикаюсь. Но мне действительно очень нравится. Может быть, мне надоест, конечно, он. Или, может быть, это зависит от времени года. Но вот в данный момент на лето, на тепло мне подходит. И я с удовольствием им пользуюсь. Еще в этом каталоге отличная цена на кислородный бальзам. То есть всего 299 рублей. И тоже я пополнила свои запасы. Так как я сейчас активно им пользуюсь. И знаете, в последнее время я еще начала использовать его для рук. То есть я наношу на руки, а сверху наношу крем или маску вот с коллагеном, новая, которая у нас. И мне тоже очень нравится эффект. И также и для лица. Ну, я вот снимала видео буквально недавно про уход. И там я как раз об этом говорила, что наношу под основной свой крем. В общем, я взяла 5 коробочек. Но они на самом деле довольно быстро заканчиваются. И сейчас вот мы когда были в отпуске, например, у мужа обгорела спина. Я ему намазала. Ну, конечно, там все не прошло сразу. Но, по крайней мере, он охлаждает, успокаивает кожу. И не было такого вот шелушения, как бывает, когда начинаешь облазить. Еще был ожог. То есть он схватился за решетку для гриля пальцем. И на пальце была прям такая, ну, полоска нормальная, которая вздулась. Сразу пришли домой, намазали. Конечно, все сразу не прошло, но, по крайней мере, оно перестало болеть, зудеть. Оно охладилось, успокоилось. И на следующий день тоже еще помазали. Потом он открылся, этот волдырь. Ну и потом он, в принципе, прошел. То есть не таблетка чудесная, но ускоряет процесс вот регенерации, заживления и вообще обновления кожи. Ну, в общем, как я уже сказала, вот 5 коробочек и все мне. Да, это все мои. Сейчас уберу, дальше покажу. Так, дальше. Дальше я взяла себе вот такой шампунь. Я уже его пробовала. Шампунь Black Detox. У него черный цвет. Может быть, кто не видел, попробую передать. Сейчас. Вот. Я думаю, что видно. Ладно, испачкаюсь. Вот такой черный. Он очень хорошо очищает кожу. И мне нравится им пользоваться не постоянно, а когда я делаю такую интенсивную маску для волос из масла, то есть прям, когда я не только на кончики наношу масло, а именно вот прям вообще везде, на все волосы, а такое я проделываю раз в неделю. И вот после этого как раз действия я использую этот шампунь, очень хорошо вымывает, промывает, и лишнее вот это вот все масло, в общем, уходит. Так, мужу взяла про запас 2 его любимых пены для бритья. Вот такие. Тоже он постоянно их, ну, как бы он пользуется, спрашивает, есть еще или нету еще, поэтому я ему заказываю. На пробу взяла дезодорант антиперспирант Lancelot, еще вот запакованный, пока не попробовали. Потом в следующих видео, ну, если вот будут повторы, да, или там заказы, то упомяну, как он ему. Себе взяла из новинок тоже дезодорант антиперспирант с эффектом пудры, защита 48 часов, пион и лилия. Ну, сейчас мы его откроем, как раз понюхаем. Я его еще не пробовала. Аромат легкий, вообще прям буквально капелюшку цветочный, но не навязчивый, в общем.
попробую, как потом тоже расскажу. Для мамы два корректора по акции. Один берешь, а второй с огромной скидкой идет. Это артикул 1063, корректор глубоких морщин. Ну, наверное, уже все знают, как он выглядит. Он в форме шприца. Здесь немного, всего 10 мл. И она его использует вот между бровей. Лучше всего он работает. Использует она его на другие места, но эффект вот лучше всего заметен все-таки между бровей. Ну, когда вот так вот хмурится, то образуются такие глубокие достаточно морщины. Он их помогает, не излечивает от них, но приводит их в лучший вид и как бы немного их корректирует, действительно убирает. Вот. Потом для себя. Эликсир для волос с маслом амлы. Я это средство тоже постоянно покупаю, поэтому это своего рода повтор повторов. И использую его после каждого мытья головы, а иногда еще и до. То есть до это в качестве маски, а после мытья сюда уже я не наношу, а наношу только на кончики. И потом уже укладываюсь. Ну, то есть, видите, они хотя бы выглядят такими, ну, более живыми, и если они даже секутся, то, ну, кроме вас, об этом знать никто не будет. Из парфюмерии я взяла вот такие две маленькие версии парфюмерных вод, Фантазия и Фортуната. Ну, Фортуната, как вы знаете, кто меня смотрит, что это вообще моя любовь, моя любимая. У меня все ящики, наверное, забиты и большими бутылками, и вот этими вот маленькими, потому что, ну, я и готова поливаться вот с ног до головы постоянно. А Фантазия, у меня есть большая версия, но я решила взять вот такую вот маленькую. Тоже сейчас на лето иногда хочется чего-то такого, ну, она как цитрусовая, то есть она фруктово-цитрусовый аромат, немного со свежинкой с такой. И я решила тоже возьму себе маленькую. Очень выгодная цена в этом каталоге на мой любимый крем Венотоник для ног. Я решила не мелочиться, но у меня его иногда еще друзья, подруги, там клиенты покупают, поэтому я себе сразу таких взяла 10 штучек. Тут 75 мл, но он заканчивается как бы довольно быстро, поэтому он точно не пропадет. Кстати, кому интересно, у него дата выпуска 23 мая 2016 года. То есть он свежий, срок хранения 18 месяцев, поэтому можно смело брать как бы даже в запас. Ничего страшного не будет, не пропадет. И еще была хорошая акция на гели для душа. Решила взять два вот таких. Это ликующая Бразилия, розовый перец и цветок каштана, и персидские мотивы, золотой шафран и алибан. Я уже тоже такие брала, как они только появились. Вот этот вот, на мой взгляд, аромат более, наверное, не мужской даже, скорее унисекс. Ну, то есть и туда, и сюда можно. И я вот здесь вот чувствую скорее что-то древесное. Мне так кажется. Что бы знать, что такое алибан. Да, ну вот такой, довольно он резкий, но мне он нравится. А вот этот вот гель, розовый перец и цветок каштана, он имеет такой зеленый аромат с какой-то, ну, действительно, перчинкой. Даже вот не горчинка, а именно как пряность какая-то. Ну, такой бодрящий. Мне в прошлый раз я его брала на утро, мне нравилось его использовать. Я так думаю, что и сейчас то же самое оставлю на утреннее использование. Так, а остальное у меня осталось. У меня еще, на самом деле, целая коробка. У меня осталось все косметика для дома. Ну, вот я вам давайте покажу вот такой парфюм. Я уже его тоже неоднократно брала и очень-очень часто показывала. И вот эти вот вещи, кстати, очень хороши для подарков. Но дело в том, что если парфюмерную воду человеку подарить, ну, особенно если не знаешь его вкусов, довольно тяжело, можно просто не угадать, то вот с этими вещами проще. Это аромат не для человека, а для его дома. И, соответственно, он просто создает уют в доме и воспринимается даже людьми по-другому. То есть не человек его носит, а его дом носит такой аромат. Я понимаю, что вот это вот, может быть, покажется кому-то сладковатым, а вот этот цветочный, наверное, он придется по вкусу
цветочно-пудровый, я бы сказала, большинству. И все остальное осталось у меня уже косметика для дома. Я взяла концентрированный гель для стирки особых тканей, два вот таких вот флакона. Я его тоже люблю, я его беру постоянно. И, кстати, я должна сказать, что вот эти вот все фаберликовские платья как раз стираю вот с этим гелем. И еще мне очень нравится, как этот гель работает с вещами из вискозы. Вот, то есть не которая вот мнется вискоза, а которая такая эластичная. То есть хорошо действительно. И также он и защищает волокна. Ну, даже я не знаю, как это сказать, волокна, не волокна, но в общем он защищает цвет ткани, и он препятствует, наверное, образованию катышек и вот этому вот быстрому раннему износу тканей. Поэтому нравится, покупаю, и я так думаю, что если ничего нового не придумают, то буду покупать. Следующее средство для туалета. Я не знаю, наверное, я уже тоже его показывала. Тоже взяла несколько упаковок. И вот эта вот версия, она более жидкая, чем была предыдущая. То есть это, ну, новая формула. Кто-то отметил, что она более удобная, кто-то отметил, что нет. Для меня, например, мне вот это вот более удобно. Та была густая, и было, ну, надо было успеть ее, в общем, там еще и распределить. А эту, как бы вот так вот под ободок полил, она сама там растеклась, стекла, ты протер и пошел. И последнее, пятновыводитель. Также взяла сразу несколько. Я беру все время по несколько, я люблю, чтобы у меня был запас. И у него очень широкий спектр применения. Я уже неоднократно про него рассказывала, и я не устану про него рассказывать, и отзывы писала, и что, вот что только я им не делала. И мебель чистила, и пятна выводила, и кресло детское спасала от жира, от какого-то, ну, от какой-то еды, от шашлыка, там мы замызгали его. Вот. В общем, действительно очень хорошее и стоящее приобретение. Тут 500 грамм, его можно использовать как самостоятельно, то есть, например, замачивать белье. То обратите внимание, что это не отбеливатель, а пятновыводитель. То есть цветные вещи тоже можно как раз с ним замачивать. И он не съедает краски, то есть ткань не линяет. В общем, нравится мне эта штука, я ее прямо очень-очень люблю и все время покупаю. И пока это были все покупки, которые я... ну, который я сделала на настоящее время и хотела вам рассказать. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Всем пока.